Здравствуйте. Здравствуйте. Куда можно гуманитарную помощь? Все, что нашли, все, что... чем хотим помочь. Неравнодушные жители практически непрерывно несут гуманитарную помощь в приемные пункты. Один из таких открылся 6 марта в Одинцовском техникуме. Состоялось открытие пункта по приему гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных с Луганской и Донецкой народных республик. Мы присоединились к общероссийскому проекту «Мы вместе» совместно с общественной организацией «Волонтеры Подмосковья». И, как говорится, акция, добрая акция запущена. Весь день на пункте приема дежурят 15 волонтеров техникума. Ребята принимают вещи, сортируют и упаковывают по коробкам. Помогают загружать для адресной отправки. Каждый день у нас в первую и во вторую смену работают люди, по 3 человека в обязательном порядке. Мы меняемся через день. Ученики, педагоги, сотрудники тоже не остаются в стороне. Помогают ребятам-волонтерам, приносят вещи и продукты. Очень тяжело смотреть на тех людей, которые приезжают с мест военных действий и страдают даже дети. Я принесла средства гигиены, макароны, чай, хотя бы самое необходимое. Вот. Чем смогла, тем помогла. Только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем пережить это непростое время, уверены горожане. Гуманитарную помощь принимают в Одинцовском техникуме по адресу улица Глазынинская, дом 18. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».